В Азовском поселении состоялись военно-спортивные соревнования «Казачий резерв». В них приняли участие команды казачьих, военно-патриотических объединений и образовательных организаций района. Посетил мероприятие и глава района Андрей Дорошевский. Я желаю каждому прекрасно провести здесь время, победы, но и прежде всего завести новых друзей, новых товарищей, ну и получить массу положительных эмоций. Соревнования приурочили к торжественному открытию площадки для занятий военно-прикладными видами спорта. Ее создание стало возможным благодаря победе районного казачьего общества в конкурсе «Гранты губернатора Кубани». Здесь молодежь научат основам рукопашного боя, строевой подготовки, оказанию медицинской помощи, преодолению полосы препятствий. Впрочем, юные казаки уже неплохо справляются с ее прохождением. Есть у ребят нашего района и неплохие навыки фланкировки. На этой площадке с молодежью планируют проводить игры и командные соревнования. Мероприятия направлены на воспитание патриотизма у подрастающего поколения и подготовки к службе в вооруженных силах Российской Федерации.